Все. Только руку вот так вот все ровно снимай. Сейчас ты увидишь, что-нибудь. Всем добрый вечер. Кто с нами? Макс, привет. Серега, привет. Мы проводим репортаж прямой взвешивания. Команда Big Carp на чемпионате Львовской области. Коля, привет. Петя, привет. Ребята поймали амура. Вот. По правилам амура надо сразу предоставлять судьям. Мы вызвали судью. Вот. И проводим взвешивание. Шесть двести шестьдесят. Пускай. В этой сумке, да. Влад сейчас выпустит амура. И у нас там есть еще карпик, которого тоже надо будет взвесить. Сейчас дело к вечеру, вернее к ночи. Немножко спала жара. Дует ветерок. Ждем Вадима. Вот такого красавца карпа взяли ребята совсем недавно. Для тех, кто только присоединился, мы сейчас взвесили амура и сейчас взвешиваем карпа. На данный момент это первая команда, которая поймала, по-моему, две рыбы в своем секторе, все остальные по одной. Вес, судья. 6,935. Ребята молодцы. Вот. Алена, привет. Я репортаж веду. Я могу тебе это. Ты хочешь, я тебя сфотографировал? Или хватит тебе прямого репортажа? Наловим еще. Наловим еще. Все правильно. Выпусти так, чтобы только мы видели. Хорошо? Чтобы он нам хвостиком помахал. Эй, ты боже мой, на, не показал он нам рыбу. Хорошо. Всем спасибо. До свидания. До следующего репортажа. Нам надо работать.